Мы возле Канан-Бич в Орегоне. Полетали красиво на дроне, посмотрели там скалы. Очень много точек закрыто просто для посещения по понятным причинам. О, написано: ребята, сюда совершенно точно заходить нельзя. Сняли мы тут домик в Орегоне, на побережье. Сейчас посмотрим, что там с того. Да, тут симпатично. Неплохо, неплохо. Пляжик тут есть свой. Что, купаться пойдем? Купаться, да, конечно. Тут удобно вообще ходить купаться. Там, походу, в этом доме было раньше больше земли, есть и гараж с этой стороны, заезд. Мас говорит, что он вообще не понимает, как так можно устроить. Явулькин. Даже стремена есть вон. Андрей, пошли. Что там делать? Детей. Из чего? Короче, Марта сказала, что... Так... Ништяк трейл.
Срабики бывшие. О, очень острые иголочки. Пис, продолжаем путешествие. Рюкзак увеличил массу. Евулькин, как дела? Хорошо. Отлично. Ты можешь петь Андрею песню. Что слышу, что там? Куда мы идем? Мы идем на маяк. Трейлы со ступеньками. Так мило. Смотри, цветочек, видишь? Красивый. А вот и маяк. Вот мы к нему подходим. Волны огромные. Класс. Бьются об скалы. Только это стервятники. Наверное, над кем-то мертвым. Ну что, ты прав, неплохо здесь. Офигеть. Как медведей пугать. Да! Ура! Да. Ей! Пошли! Как дела? Хорошо! Отлично! Молодец!
Чувствуется 15 килограмм. Мы хотим быть первыми. Да, Ева? А Макс фотографирует. Is more fair than you.